Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Сегодня хочу с вами поговорить на довольно-таки популярную тему в интернете, в Ютубе, по крайней мере. Это на тему восстановления аккумуляторов с помощью пищевой соды. Как вы знаете, пищевая сода, или по-другому, бикарбонат натрия двууглекислый, применяется в пищевой промышленности. Там пироги пекут, хуй его знает, еще где-то. Суть дела не в этом. Вот видите, вон сода стоит, которую я приготовил, наверное, года 4 уже тому назад. Так сказать, поставил на видное место, чтобы записать вот этот ролик. Ну, в нашем деле этот продукт должен быть на видном месте, потому что нет-нет, он нужен. Вот сода, вот аккумуляторы. Вот у нас аккумуляторы. Вот опять сода. Видно вам, да? Пищевая. Вот опять аккумуляторы. Вот аккумуляторы. Опять сода. Вот таким образом мы перемешиваем соду с аккумуляторами. И получаем охуительный эффект, о котором, кстати, снято очень много роликов, блядь. А теперь, друзья, прежде чем начать вот эту тему, развить вернее, давайте я задам один вопрос. Внимательно посмотрите на меня вот так вот. Вот так, вот так, вот так, вот так. И ответьте на простой вопрос. Друзья, похож я на долбоеба? Кейперам, которые выкладывают такие ролики ради просмотров, ради, ну, всей хуйни, которая там, лайки, хуяйки. Хочу сказать, дать наколку вернее. Попробуйте промыть аккумуляторы еще мочой молодого поросенка. Почему бы нет? Думаю, бля, получится вообще охуенно. Стопудово охуенно. Увеличатся просмотры, будет хуево туча лайков. А то, что вы людей наебуете, это уже, ну, минимальное значение имеет. Мало того, что плохо учили химию в школе, видимо, вы еще и не знакомы с таким поисковиком, как Google. Просто прогуглите, посмотрите взаимодействие серной кислоты с пищевым продуктом. И сульфатов свинца тоже с тем же самым пищевым продуктом. Я не собираюсь здесь писать формулы, показывать свои волосатые руки с ручкой и листком бумаги. Просто вот эти понятия, о которых я сказал, они 100% к вам применимы, ребята. Ну, напоследок, ролик очень короткий у нас. Промывка и восстановление прошли пиздец как удачно. Хочу пожелать всем добра, удачи, здоровья, благополучия. И самое главное, друзья, ну, берегите вы свои батарейки. Берегите. И не идите на поводу у долбоебов. Всем пока.